Более 21 тысячи случаев нарушения закона выявили прокуроры к июлю этого года. В областной прокуратуре прошла коллегия по итогам работы за последние полгода. Больше 2000 исков направлены в суды. 3500 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По инициативе прокуроров возбуждено 133 уголовных дела. Достаточно внушительная статистика по коррупционным преступлениям. Всего таких фактов прокуроры выявили больше 1300. Принесено почти 400 представлений. В суды заявлено 7 исков на сумму без малого 12 миллионов рублей. К административно-дисциплинарной ответственности привлечено более 410 должностных и юридических лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 8 уголовных дел. Коронакризис сильно ударил по работодателям. Некоторые оказались лишены возможности, а кто-то желания выплачивать сотрудникам зарплату. Здесь тоже вмешалась прокуратура. После их проверок более 1500 работников погасили задолженность по зарплате. Общая сумма свыше 80 миллионов рублей. Среди прочих достижений прокуратуры отмечается и вклад в победу в мусорной войне. Напомним, ранее александровцы буквально перекрывали доступ мусоровозов из столицы, которые скидывали отходы на свалки в Машково. Мерами прокурорского реагирования пресечен ввоз отходов из московского региона на Александровскую городскую свалку с наполняемостью более 90%. Ввиду игнорирования предостережения прокурора о экоресурс, Александровским городским судом удовлетворены исковые требования прокуратуры о признании незаконными их действия по приему и размещению отходов из других субъектов. В настоящий момент прием отходов из города Москвы на Александровскую свалку не производится.